Всем привет, ребята! Сегодня мы будем проходить все уровни Geometry Dash. Погнали, погнали! Мы начнем с Terrell Madness. Первый уровень мы прошли. Погнали проходить второй уровень Back on Track. И да, чтобы не затягивать ролик, давайте я остановлю его, чтобы он не так затянулся, и пройду этот уровень. Как пройду, покажу вам. Ребята, я прошел его, и погнали переходить к следующему уровню. Следующий уровень Polar Gates. Погнали его проходить. И также, чтобы ролик не затягивался, я поставлю его на паузу. А как пройду, покажу вам. Я прошел по ларге с первой попытки, ребята. И да, я вам забыл сказать, что я прошел Back on Track со второй попытки. Погнали дальше. Дриал. Погнали проходить. Ребята, я прошел Дриал. С первой попытки. Погнали проходить дальше. И дальше уровень будет базы after базой. Погнали его проходить. Я прошел его за 10 попыток. Погнали проходить дальше. И уровень дальше это Can't Let Go. Погнали его проходить. Следующий уровень Jumper. Следующий уровень Time Machine. Следующий уровень Cycles. Следующий уровень Ixtor. Следующий уровень Clutter Fun. Следующий уровень The Order of Everything. Но я его уже прошел, поэтому подключаемся к следующему уровню. Вот и следующий уровень Electroman Adventure. Погнали его проходить. Вот мы и прошли все уровни, ребята. А с вами был Тимур. Всем удачи и всем пока.